Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите «Новую неделю» с Анатолием Голя на ТВ-8. Несомненно, главное событие прошедшей недели, да и, наверное, уходящего года тоже, это принятое в четверг вечером решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Республики Молдова и Украины в Европейский Союз. К счастью, не оправдались прогнозы о том, что принятие решения может быть отложено до марта. Вы помните, мы говорили об этом и в предыдущей передаче. Об этом, но и о других событиях 2023 года поговорим сегодня с премьер-министром Дарином Речан. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, господин премьер-министр. Добро пожаловать. Вы впервые у меня на передаче. Спасибо. Добрый вечер всем телезрителям. Вы ожидали этого решения? Вы были готовы к нему? Или все же были готовы и к другому варианту, что решение будет отсрочено или вообще не будет обсуждаться? Мы наряду с президентом, с президентом Санду и со всем правительством работали для того, чтобы все это случилось. И я хочу отметить, и это все было видно, как президент Санду, но и вице-премьер Попеску в последнее время ездили по всем столицам стран-членов для того, чтобы... Или по телефону. В последние несколько недель и я, и президент Санду мы обзванивали всех глав государств для того, чтобы обеспечить политическую поддержку вот этого решения. До этого все правительство, все институты власти работали над тем, чтобы внедрять те 9 рекомендаций для того, чтобы с технической точки зрения Молдова была готова к этому знаменательному моменту. И вот, наконец-то, после 30 лет бедности и в определенном смысле отсутствия надежды нашей страны, вот, наконец-то, появилось четкое направление, и все члены Европейского Союза выразили готовность принять Молдову в Европейский Союз. Тем не менее, могла возникнуть эта загвоздка. Не по нашей причине, по причине того, что мы шли в пакете с Украиной, решение могло быть и отсрочено. Украина сейчас защищает Молдову, Украина сейчас защищает мир и безопасность во всей Европе. И было важно, чтобы мы вместе добились вот этого решения Европейского совета. А дальше? Дальше переговоры. Все будет зависеть от того, как... Нас нельзя сравнивать с Украиной по весу, по объемам, по размеру, по количеству населения, по экономике. Дальше Республика Молдова будет двигаться в направлении внедрения вот всех этих программ, которые построит Европейский Союз, которые построят Европу у нас здесь дома. Мы будем работать над всеми 33 главами наших переговоров с Европейским Союзом. Я хочу отметить, что вот эти 33 главы вообще-то относятся к 33 направлениям развития, там, что касается социальной защиты, медицинского обслуживания, развития бизнеса, развития разного рода рынков, открытости европейского рынка для молдавских продуктов, услуг и товаров. То есть все это Республика Молдова будет делать для того, чтобы построить нормальный образ жизни здесь у нас в Молдове. Самые важные реформы, и все это признают, и это наша главная головная боль, это реформа юстиции. На ваш взгляд, когда будет свет в конце тоннеля? Потому что мы разговариваем о реформе юстиции, ну, все 30 лет, наверное, меняются власти, все говорят, что изменится, и, к сожалению, у людей нет доверия к правосудию. Действительно, вы правильно отметили, и все это отмечают. И я вам хочу сказать, что вот я часто езжу по стране, езжу для того, чтобы увидеть, как внедряется программа, также для того, чтобы обсудить и с представителями как бы власти, там, местной власти, но также децентрализованных услуг от правительства. Но я также очень много разговариваю с людьми. Так вот, двое из трех людей, с которыми я общаюсь, они жалуются на отсутствие правосудия. Там, на местном,
И у нас есть проблема не только с коррупцией на высоком уровне, которая вот мы все пытаемся довести вот эти дела до конца и укоренить вот это, искоренить эту коррупцию. Ну, у нас также проблема с реформой юстиции на местном уровне. Это фундаментальная реформа. Это самая главная реформа, которая поможет, чтобы другие реформы были состоятельными, и чтобы не было, как это правильно сказать, реверсибилитати. Обратимость. Необратимость. Чтобы все реформы были необратимы. К сожалению, мы видим, что это наиболее трудная реформа, но уже, я думаю, нужно признать, что есть некоторые результаты. Если так посмотреть, то самые токсичные и прокуроры, и судьи, их уже нету в системе. Да, еще остались достаточно много коррупционеров, но вот у нас уже есть Консилиус Премали, Высший Совет Магистратуры. Вот ждем, что в 20-х числах декабря у нас будет и выборы для Высшего Совета Прокурора. Проходит вот этот приветинг и ветинг для судей и для прокуроров, и хотят они или не хотят, это идет программа очистки в этой системе. Я еще раз повторю и хочу попросить тех честных и тех судей и прокуроров сделать шаг вперед, потому что они есть, сделать шаг вперед, и они брали на себя вот эту тяжелейшую реформу. Вас власти обвиняют, что все власти, когда приходят, что пытаются под видом реформ брать юстицию под свой контроль, под политический контроль. То, что я хочу отметить, это то, что вот эта власть сделала вот эти независимые институты для того, чтобы очистить прокуроров и судей, и чтобы сами прокуроры и судьи взяли на себя эту ответственность через ЧСМЕ и Высший совет прокуроров. На прошлой неделе было вот это решение апелляционной палаты Кишинева. После решения Высшей судебной палаты, которая вернула на пересмотр вопрос о снятии одной из партий решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. И вы подвергли критике решения этой инстанции на заседании правительства. Вы назвали фамилии трех судей, хотя это не было большим секретом. И на вас ополчились, на вас очень обиделись Высший совет магистратуры, Ассоциация судей. А сегодня бывший вице-премьер-министр Иван Кику сказал, что обратится в прокуратуру, потому что заявление Речина — это вмешательство в правосудие, прямая атака на некоторых судей и влияние на возможные решения, которые должна принять Высшая судебная палата. Давайте все поставим по порядку. По порядку и по полочкам. Значит, у нас есть криминальная группа, которая старается, не то что старается, но напрямую покупают голоса. Они пытались ранее, та же криминальная группировка постаралась сделать так, чтобы у нас в стране не было мира, не было спокойствия. Теперь они попробовали атаковать непосредственно демократический институт, покупать голоса и на местном уровне постараться разделить наше общество. Теперь это обязанность государства пресечь такие возможности. И это мы сделали через комиссию по чрезвычайной ситуации. Я тут хочу внести корректировку вообще в наш подход к этому, всего общества. Мы не должны акцентировать выборы. Мы должны акцентировать безопасность государства. То, что сделала комиссия по чрезвычайной ситуациям, это обеспечение безопасности государства. И вот комиссия приняла решение не допустить вот эту криминальную группу к тому, чтобы
были проблемы с безопасностью государства, с тем, чтобы раскупались голоса, а потом на местном уровне производить те действия для разделения общества. И я назвал трех людей, которые сказали, что государство вообще не имеет права с этим бороться. Это публичная информация. Заходишь на сайт и видишь. И я, и начиная с этого момента, всегда буду называть тех людей, которые принимают решения, и покажу, какие есть, последствия. Последствия этих решений. Теперь я хотел бы, чтобы вот так называемая ассоциация обсудила некоторые вопросы из области юстиции. Например, когда все видели, как судья нашел так называемые смягчающие обстоятельства для пьяного водителя, который убил ребенка за рулем, будучи пьяным, и его вообще освободили от ответственности. Я не видел тогда ассоциацию, чтобы она собралась и сказала: мы не допускаем, мы должны работать с судьями, потому что есть закон, есть код, в конечном итоге есть код этики, поведения и так далее. Вот когда поймали судей с поличными сотнями тысячами, я тоже не видел ассоциацию, чтобы она собралась и отмежевалась от этих судей и сказала, что так нельзя, что давайте работать вместе, соблюдать закон и так далее. Вот я этого не видел, чтобы они были такими активными. Какая будет реакция прокуратуры? Если вас вызовут в прокуратуру и обвинят в том, что вы оказываете давление на суд, на независимость, это решение суда? Государство и правительство всегда выступит в защиту людей, в защиту нашего народа. Вас, когда назначали премьер, коль скоро речь зашла о безопасности, я задам вопрос в этом контексте, когда вас назначали премьер-министром, это было 16 февраля 2023 года, если не ошибаюсь, почти год, говорили о том, что это связано в том числе с необходимостью усиление безопасности страны. Вы специалист в области безопасности. Но мы не видели на протяжении этого года, чтобы привлекали к ответственности, вот, чтобы прокуратура разоблачала тех, кто подрывает государственную безопасность. Вот кроме вот этого доклада... Разоблачали. Неоднократно служба информации и безопасности выходила и представляла. Проблема в другом. Что у нас так и нету окончательных судебных решений по этим делам. Вот это мы ожидаем. И еще раз спрашиваю ассоциацию. Почему они не обсуждают вот эти проблемы, которые созданы непосредственно коррумпированными судьями? Еще раз. В судебной системе, в прокуратуре есть честные люди. Я еще раз хочу их попросить, чтобы они сделали шаг вперед и взяли на себя ответственность для очищения, самоочищения этих систем. Это очень важно для долгосрочного развития нашего государства. Решение это было принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям. Период, срок чрезвычайного положения в Молдове истекает 31 декабря, если я не ошибаюсь, да, или 1 января. Речь шла о том, что режим чрезвычайного положения не будет продлен, хотя у нас на канале господин Спыну не исключил, что будет продлен. Что сейчас у нас? Правительство еще с лета работает над тем, чтобы мы не продлевали чрезвычайное положение мы в это время развили необходимое законодательство для того, чтобы правительство смогло действовать и в ситуациях
emergency, в ситуациях, чрезвычайных ситуациях, через другие механизмы, через другие рычаги, которые более привержены, или как это сказать, более открыты для парламентского контроля. Для потому что это от нас требовало общество, это от нас требовал и сам парламент, вот, и мы подготовили всю, всю законодательную базу. Я думаю, что мы к концу декабря все это успеем. И режим чрезвычайного положения не будет продлеваться? Мы стараемся, к тому, работаем для того, чтобы не продлевать режим чрезвычайного положения. Тут режим чрезвычайного положения связывает с двумя обстоятельствами. Вы сказали, что подготовите все необходимые меры, документы для того, чтобы не продлевать. Первое, это, ну, начну со второго, пожалуй. С телеканалов, вещание телеканалов. Было приостановлено вещание 12 каналов. За это время 2 или 3 канала отказались от лицензии. Но они, их вещание приостановлено на период режима чрезвычайного положения. Означает ли это, что они возобновят вещание, или у вас есть какие именно механизмы? Есть механизмы, которые не позволят вещание, и, соответственно, у соответственных органов будет достаточно времени для того, чтобы вообще пересмотреть, есть или нету возможности, есть или нет предпосылок для лицензирования вот этих. Времени у нас осталось даже не 2 недели, 10 дней. Все правильно. То есть вы готовы к этому? Да, первый вопрос в контексте режима чрезвычайного положения – ситуация в энергетике. Об этом говорилось очень много, и говорилось, что необходимо для того, чтобы принимать быстрые решения, это и по обеспечению газом, да, и электроэнергией. Сейчас ситуация, нет необходимости в... Во-первых, ситуация с газом такова, что правительство набрала достаточно и закупила газа для того, чтобы мы очень хорошо перезимовали. Прошли отопительный сезон. Прошли отопительный сезон. Мы интегрировались в европейскую сеть электроэнергии. У нас есть долгосрочный контракт на обеспечение электроэнергии. Для остальных ситуаций последние внесения в законодательство, то есть изменения в законодательстве будут приняты парламентом в конце этой недели, и тогда у соответствующих институтов власти будет возможность реагировать в случае необходимости. Я что хочу сказать, что Молдова как государство и институты власти не были готовы к тому, что Кремль нападет на нашего соседа, то есть на Украину. И, соответственно, вот пришлось за это время адаптироваться, изменить законодательство, чтобы, с одной стороны, правительство смогло действовать, когда надо, но с другой стороны, чтобы был открытый, транспарентный парламентский контроль за действиями правительства. И вот тут вопрос с обеспечением газом на следующий год. По-моему, даже согласно решениям комиссии по чрезвычайному положению, Молдова-Газ обязана заключать договор на следующий триместр с компанией, которая поставляет газ. В данном случае компания — это Энергоком, которая поставляет. Но есть решение, согласно которому обязана заключать договор по самой низкой цене, существующей на рынке. Сейчас, согласно формуле, которая действует по договору между Молдова-Газ и Газпромом, по прогнозам, сейчас цена, этот газ уходит в Приднестровье, да, но цена известна, она 830 долларов за 1000 да, кубов. С нового года, я так понял, энергетики уже посчитали, что цена будет менее 500 долларов, 470-480 долларов за 1000 кубов. Молдова-Газ почему-то не торопится заключать договор с Энергокомом. Означает ли это, что Молдова-Газ может снова брать газ у «Газпрома» с нового года,
А те огромные резервы, которые созданы, там еще около 500 миллионов кубов, по-моему, они останутся дальше на хранении. Что будет? Самое главное в этом нашем разговоре, чтобы у населения было наименьший тариф. Вот это и случится, что у населения будет наименьшая цена газа. Это означает, что мы можем покупать газ у «Газпрома»? Это означает, что у нас будет наименьшая возможная цена. Не совсем понял. Еще раз, вот из тех цен, которые возможны на рынке, у нашего населения будет наименьшая цена. Вот для этого и работает. Это ответственность. Пока нет. Это ответственность правительства. И господин Парликов, и господин Вадим Чебан сказали, что пока нет предпосылок для снижения тарифа на газ, потому что, к сожалению, предыдущее правительство. И за ответственный был вице-премьер и нынешний господин Спыну, сделали слишком большие газы, запасы газа по высокой цене, которая действовала после начала войны в 22-м году. Слушайте, знаете, как все хороши после войны. Да. Вот, это когда правда. В прошлом году вопрос стоял, быть газу или нет, тогда ставились по-другому акценты. Вот в этом году мы подготовились, и, соответственно, есть достаточно газа для того, чтобы мы успешно перешли вот этот сезон. Мы будем использовать этот газ, который создан в запасах, или другой газ? Мы будем использовать тот газ, который будет по наименьшей цене, предоставленной нашему населению. Что будет после Нового года? Уважаемые телезрители, у нас короткая реклама на ТВ8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Deci, da, dar și nevoile sunt foarte mari. Cine veniți? Veniți altă zi. Tu ai ce mânca aici? La dumneavoastră a fost găsit 85.000 de lei. Cu dumneavoastră a fost unul dintre beneficiarii lucrării. Aveți ceva de ascuns sau ce? Că nu trebuie. Nu se primează nimic. Și noi nu am primit răspuns, legea a fost încălcată. Nu vreți să-mi spuneți dacă erau ceva ilegalități acolo sau nu? Vă duceți un copil? Nu doarme acasă, deși are casă. Am fost supravegheați de pe malul celălalt și fac băieții treaba bine aici. O zi bună. Ați consumat alcool? Cât să mai aștept? Aștept o clipă. Nu recunoașteți nici acum, că atunci erați în stare de ebrietate. Și nu ne dați voie să ne ajungem. Mai jos de securitate. Avem somnul în sistem de apărare anterior. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00. Doar la TV8. Agricultura nu mai poate fi o povară, ci o șansă. Secretul, tehnologii de ultima generație și tradiții readaptate. Istoriile fermierilor de succes și opiniile experților la Agroperformanța. O emisiune despre ocupații milenare în lumină nouă. În fiecare sâmbătă dimineața de la ora 10 la TV8.
У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Психологул меу. Жой. Ора 23.00. Doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Sarele cele așa și se murează în procuratură. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19.45, doar la TV8. Deci, da, dar și nevoile sunt foarte mari. Ce nu veniți? Veniți altă zi. Мы снова в прямом эфире. Господин премьер-министр, мы говорили об экономике, об обеспечении газом. Я хочу остаться в этой области. Как я уже сказал, вы уже 10 месяцев больше на посту премьер-министра. И вот телезритель Виктор Нестрянов задает вопрос. В мае этого года господин Речан пообещал ощутимый рост экономики уже к концу 2023 года. Что можете сказать теперь, когда конец года наступил, а экономического роста в принципе нет? То вот прошлый год закончился тем, что у нас было минус 6,5% экономического не роста, а спада. Мы продолжали быть непосредственно в близости конфликта Кремля против Украины. У нас продолжались все эти кризисы, и сейчас у нас будет рост экономики примерно на 1,5%, 2%. Вот мы уже видим вот эту 8-процентную разницу. Что я хочу еще отметить? Вы прогнозируете рост ВВП по итогам года 1,5-2%? 1,5-2%. По итогам 10 месяцев не было роста. Да. И я имею в виду вот этот рост, который будет генерирован вот последними развитиями в экономике, в том числе начался рост потребления, рост инвестиций и рост кредитования. Теперь, несмотря на эти трудности, я хочу напомнить, что в этой осенью
был пакет специально для некоторых категорий, населения. Мы повесили на 15%, суппорт пентру Молдова, а на 15% увеличили зарплаты медиков. Всем нашим учителям, а также вспомогательному персоналу из школ выдали единовременные выплаты по 5000 лей, по 3000 лей. Начиная с 1 января 2024 года у нас бюджет, который так и называется «Investim Pentru Copii», инвестируем для детей. Соответственно, у нас рост на 15% зарплат учителей, увеличили единовременное пособие при рождении ребенка до 20 тысяч лей. По 3 тысячи лей пенсионеры должны получить, которые до 3 тысяч. Будет и увеличение пенсий, и многих других категорий. Вы к тому, что все это приведет к росту потребления, это уже мы видим, вот тот толчок, который мы дали в октябре-ноябре месяце, он уже виден, и этот толчок будет продолжаться уже при новом бюджете 2024 года. Или это подхлестнет инфляцию, с другой стороны? Это не подхлестнет инфляцию, мы очень четко калибруем наш ответ на макроэкономические факторы. Инфляцию не подстегнется. А инфляцию какую вы прогнозируете по итогам года? По итогам года она останется примерно под 9%, а общегодовая. А в следующем году инфляция будет в рамках нормальной инфляции для Молдовы 5,5%. Бывший премьер-министр Наталья Гаврилица неоднократно говорила, что за инфляцию отвечает, в принципе, Национальный банк. В прошлой передаче у меня был бывший вице-премьер-министр Иван Стурза, который жестко критиковал Национальный банк, говорил, что заботится только о том, чтобы инфляцию вернуть вот в этот коридор, который вы назвали. И вторая задача Национального банка – удерживать курс лея стабильным. В результате у нас самая стабильная валюта в мире, которая укрепилась даже в этом году по сравнению с евро и с долларом. Но это убивает экономику, убивает экспортеров, потому что продукция становится неконкурентоспособной. Как вы сотрудничаете с Национальным банком? Потому что вот господин Стурза считает, что сотрудничества между правительством и Национальным банком практически нет. Каждый работает автономно, и это отрицательно сказывается на ситуации в экономике. Действительно, первостепенная задача Национального банка, да и правительства, после того, как инфляция повысилась до 35% в прошлом году, было утихомирить инфляцию и привести ее обратно в нормальный коридор. Естественно, при отсутствии других инструментов так случилось, что у нас произошел дисбаланс по курсу лея, то есть по курсу нашего национальной монеты, национальной валюты. И сейчас мы должны работать над тем, чтобы скорректировать этот курс и, соответственно, простимулировать и экспорт. И местные производства, но и экспорт в основном. В том числе для того, чтобы можно было увеличить поступления от экспорта. Потому что, например, в этом году у нас есть очень хорошие примеры огромного увеличения экспорта слив и другого производства. Но, соответственно, пока что на этом уровне это не представляет достаточным стимулом для экспорта. Здесь мы еще должны работать. Ну, по итогам 10 месяцев, я смотрел статистику, экспорт сократился в целом на 7%, промышленность сократилась, рост только в сельском хозяйстве. И вы не зря упомянули, потому что по сливам у нас вообще все хорошо. Там, по-моему, 180 тысяч тонн экспортировали, 180 тонн экспортировали в Евросоюз. То есть мы делаем упор на сельское хозяйство, в том числе, а аграрии на правительство по-прежнему очень обижены.
Давайте разделим производителей зерновых от всего... От остальных. Это часть как бы аграрного сектора. Для аграрного сектора в 2023 году было выделено рекордное количество субсидий и компенсаций. Это 1 миллиард 90 сначала... 1 миллиард 900. И я понимаю, что и мы понимаем, и работаем с теми производителями зерновых, у которых были потери. Но их ограниченное количество. В остальном есть очень успешные фермеры, есть очень успешные аграрии. Они инвестируют. Я хочу вам сказать, что если в прошлом году, в этом году инвестиции аграриев увеличились на 200 миллионов лей. И мы это видим, потому что это те проекты инвестиций, которые обратились в агентство по интервенциям для того, чтобы предоставить им субвенции. Вы когда говорите 1 миллиард 900 миллионов леев, это правда, но из этих денег меньше 300 миллионов, 285 миллионов пошли на помощь тем, кто пострадал от засухи. 386. У меня была цифра 286. Хорошо, 386. А остальные 1,5 миллиарда остается, они, в принципе, вернули инвестиции. То есть, если... Да, но это субсидия для тех инвестиций. Это помощь каждого из нас. Потому что это не мои деньги, ваши деньги, это деньги налогоплательщиков. Но они жалуются, что не помогли тем, кто пострадал от засухи. Но мы помогли тем, которые пострадали, и продолжаем помочь тем, которые пострадали от засухи. Но мы сказали следующим образом, что мы не можем предоставлять всем равномерно вот эту помощь. Потому что есть некоторые, которые находятся в трудном положении, потому что пострадали от засухи, пострадали от больших цен на там, как это называется, фертилизанция, удобрения, да. Больших цен на моторины, на дизельное топливо, и сейчас цены на урожай меньше, вот есть такая категория, а есть и категория, которая они слишком много забрали кредитов на себя, и они просто не могут выплатить. Не от того, что цены маленькие, или это вот, а из-за того, что решения были неправильными. Поэтому мы сказали, мы должны помочь, мы это признаем, но мы берем каждого производителя отдельно и анализируем его ситуацию и помогаем. По дизельное топливо. Вы сказали, что дизельное топливо было распределено. Аграрии говорят, что дизельное топливо не получили в один голос. Я сказал очень четко то, что Министерство сельского хозяйства определило тех этих аграриев, которые получат вот эту помощь. И они получат вот эту помощь. А соляры, дизельное топливо сейчас? Она поступит. То, что я сказал... Я сказал, что Министерство сельского хозяйства определило всех аграриев, получателей. Всех получителей. Я вот это сказал. Не надо интерпретировать то, что я сказал. Из Румынии. Да. Оно будет получаться из Румынии, но уже бенефициарии определены. Да, внесли ясность. Исходя из ситуации в экономике, во всех отраслях, вы довольны работой своего правительства? У меня самое лучшее правительство, как говорится. Скромно. Мы работаем в условиях всех этих кризисов. Я хочу сказать, что это правительство работает на 4, как сказать, параллельных направлениях. Первое — это обеспечение мира и безопасности. И мы видим, как с прошлого года, хотя Кремль не бросает тут ракеты, все-таки у нас гибридная война. Кроме того, мы должны обеспечить реформирование юстиции, и мы должны бороться с коррупцией, потому что если мы видим,
коррупция связана и с безопасностью, потому что некоторые коррупционеры продолжают свою подрывную деятельность в Молдове. Третье, это было обязательным, чтобы мы сделали всю работу необходимую, чтобы квалифицироваться для решения Европейского Союза, начать переговоры, потому что это открывает для Молдовы шанс построить Европу здесь дома, для того, чтобы мы могли привлечь, получить доступ к разным фондам. И четвертое, параллельно, это развивать экономику. Соответственно, и самое главное, что не можешь выбирать приоритеты. Мы должны были работать над всеми этими, направлениями. Соответственно, то, что мы сделали, мы обеспечили, что мы увеличили дисциплину работы в правительстве, и таким образом мы спасли экономику от того, чтобы она спала и в этом году, потому что в этом году были такие же проблемы и такие же кризисы, которые мы импортируем извне из-за из-за войны Кремля против Украины. В этом контексте, по-другому спрошу, кадровые перестановки в правительстве следует ожидать или нет? Я же сказал, что у меня лучшее правительство. Понятно. Ходят слухи, что господин Нику Попеску, которого можно назвать лучшим министром иностранных дел, и это уже без преувеличений, что господин Нику Попеску может заняться европейской интеграцией в другом качестве, что будет другой министр иностранных дел. Послушайте, сейчас в связи с тем, что у нас есть, я понимаю, откуда эти слухи, но это только слухи. Почему? Потому что сейчас мы перестраиваем работу правительства под начало переговоров. И поэтому вот сейчас идут вот эти разговоры, как построить взаимоотношения между разными институтами в правительстве, и не только в правительстве, потому что тут разные институты власти, которые являются и вне правительства, а под контрольные, например, парламенту или независимые институты власти, которые все вместе должны работать над этой программой по интеграции. И вот в рамках этих разговоров, наверное, есть некоторые слухи. Не будет? Нет. Господин Попеску остается на своем месте? Господин Попеску очень важный и останется главным человеком в процессе интеграции Республики Молдова в Европейский Союз. Это, естественно, вместе с тем, что самый главный продвиженец в этом отношении — это президент Санду. Если вы сказали, что это слухи, если говорить о слухах, по-прежнему ходят слухи о том, что правительство может уйти в отставку и премьер-министр может стать господин Спену. Я еще раз отвечу на тот вопрос. Это я пригласил Андрея Спену в правительство. У него есть очень четкие задачи, и он их выполняет. Вы сказали, что... Еще по кадровым вопросам, почему так долго не могут назначить нового руководителя пограничной полиции? Потому что долго очень спорили, говорили, что господин Речан и господин Гроссу защищают россияна Василоя после инцидента в аэропорту. Потом он все-таки ушел в отставку, но нового руководителя тоже не назначают. Послушайте, вот я замечаю, что легче уволить человека, чем нанимать, так что... Легче уволить. Но есть кандидатуры уже? Или? Да, есть кандидатуры, мы обсуждаем. Естественно, тут необходим и как ангажемент. Обязательства со стороны кандидата, потому что сейчас очень высокие требования перед руководителем инспектората полиции в районе. Пограничная полиция, тем более в контексте увеличения рисков в региональном смысле.
Про риски в региональном смысле. Я так понял, что в ближайшие дни буквально или недели, ну до Нового года, министр обороны сказал, что в Молдову будет доставлен радар за контролем за воздушным пространством Молдовы. Остается пока тайной, сколько он стоит, но это деньги из бюджета. И оппозиция вас критикует в том, что вы тратите деньги на вооружение и нарушаете принцип нейтралитета. Где золотая середина, чтобы и нейтралитет соблюсти, и безопасность страны обеспечить? Вот слушайте, они до сих пор прятались за этим принципом нейтралитета, но так и не объяснили никому, что такое нейтралитет. Нейтралитет — это своего рода внешнеполитический инструмент, но он не обеспечивает безопасность. Если Кремль решит атаковать нас, он атакует. И чем будет защищаться люди? Или они предлагают, чтобы мы взяли, сбежали и просто ничего не делали? Я хочу сказать, что безопасность — это очень важный элемент развития. Вот посмотрите на развитые страны. Они инвестируют в свою безопасность. Почему? Потому что тогда и люди... И деловая среда чувствует себя в безопасности. То есть мы не должны смотреть на это как на затраты. Нет, это инвестиции в безопасность. И люди, когда видят, что у государства нет необходимых инструментов и нет необходимых мощностей для безопасности, они уезжают. Они берут отсюда капитал и инвестируют в другие места. То, что и происходит сейчас в Республике Молдова. Поэтому будет безответственно сказать, что мы не должны инвестировать в безопасность. Ну, радар за контролем за воздушным пространством будет, допустим. Будет, это первая часть, потому работать, что вторая... Да. Потому что у нас системы ПВО нету, ракет нету, самолетов нету. Да, следующее — это система ПВО для критической инфраструктуры, в том числе вот аэропорта, электростанции и так далее. То есть это только начало. Мы, как государство, не можем себе позволить сразу все. Соответственно, часть мы покупаем за свои деньги, другие части нам выдают в качестве гранта наши друзья. Будь то страны-члены Европейского Союза или страны НАТО, которые являются нашими друзьями. Партнерами. А мы можем обратиться к Румынии, чтобы они взяли под контроль воздушное пространство, чтобы обеспечили безопасность воздушного пространства, чтобы от нас не уходили авиакомпании, как это случилось с Wizz Air в марте? Естественно, у нас есть сотрудничество с Румынией и с другими странами для того, чтобы мы вместе обеспечили безопасность здесь у нас в стране. И, как вы видите, компании возвращаются обратно. И мы и дальше будем работать над сотрудничеством с нашими друзьями для того, чтобы обеспечить безопасность у нас в Молдове. В прошлой передаче господин Стурза опять же рассказывал о звонке одного из генерала кому-то из окружения Майи Санду 24 февраля 22 года рано утром о том, что российские военные скоро будут в Молдове. И он сказал, господин Стурза, что в этом случае объединение Молдовы с Румынией было неминуемым. Подозреваю, что этим человеком, которому звонили, могли быть вы, потому что вы были тогда советником президента по безопасности. И как насчет того, что в этом случае произошло бы объединение автоматическое? Я думаю, что для нас очень главное тогда было, и то, что мы обеспечили, это безопасность в Республике Молдова, и мы это обеспечили. А каким образом уже остается секретом? Уважаемые телезрители, у нас еще одна реклама, после которой мы продолжим и другие темы обсудим.
Totul e din viață. Totul e din viață. Sute de istorii. De cum să nu iubești viața asta? Secrete de vedete. De ce ai zis că te pun la unghier? Da, dar am zis și alte lucruri, dar nu din casa am zis. Vine și mă treabă, stau în bucătărie. Dar m-ați pupat. Muzica care îți place. Știe iarna, știe liniștea. Și nenumărate provocări. Ce îți faci tu în fiecare zi? Iubește viața, duminică, de la 9:30 și la 21:00, doar la TV8. Care culoare? Dar tu știi pe Vania Pățăi? Dar cum e, el e maladeță, Vania e critică și pune la punct absolut pități. Dar Vania rău nu face, numai bine, până oară el ne povestește în rimă care e situația din țară. Vania Băț apare ca soarele după ploaie, s-o întâmpla ceva în țară. Vania-ți spune până de sară, când apare vreun subiect, el se bagă și-l dișgheoacă, chiar dacă-i de prins o leacă, râs și hohă de provoacă. Vania se informează, apoi îi informează și pe alții. Pe Vania-l iubesc tăți, dar mai ales deputații. Dar Vania iubește pe Cori Fani și corupți care stau pe ghebul nostru, câte aici de-a tare mult. Aici stai Vania, Vania Băț, dar Vania iubește pe tăți. Aici stai Vania, Vania Băț, dar Vania iubește pe tăți. Vania Băț. Доброго вечора. Ми з України. Тридцять лет независимости. Семь президентов. Десять парламентов. Сімнадцять правительств. Вибори. Борьба за влияние. Война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. De la antreprenoriat până la strategii de marketing. Invitați de top din lumea business-ului. Experți și lideri de opinie care vă vor împărtăși cunoștințele și experiențele lor. Extindeți-vă orizonturile și îmbunătățiți-vă abilitățile de conducere alături de Andrei Crigan la Business App, doar la TV8. Dacă vrei să urmărești toate emisiunile Freedom și cele mai importante fragmente, atunci abonează-te la pagina de YouTube TV8. Bună ziua, sunt Cătălin Gorea și vă invit la News Show. Приветствую всех! Вы смотрите новости на ТВ8. В студии для вас работает Ирина Стряпко. Bună seara! Sunt Mihaela Rudenko și vă invit la știrile orei 17. Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Angela Gonța, vă invit la știrile TV8. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Здравствуйте, время новостей на канале ТВ8, в студии Яна Степаненко. Я и мои коллеги расскажем о наиболее значимых событиях этого дня. Наши герои – обычные люди, настоящие профессионалы своего дела. Они расскажут о своей работе и о проблемах, с которыми они встречаются ежедневно, и о том, как они их преодолевают.
блогер – это не профессия. Там мужчина один сказал, что было вообще не смешно, и он ушел, и вообще ему вообще не понравилось. Вот если ты вообще не состоялся, вообще в твоей жизни все плохо, то ты идешь в анимацию. Машину оставляю, такси. Жизнь. Забыл и про коробку передач, забыл про... Вот просто памятник едет вперед. Я же старалась. Наши герои расскажут о неординарных ситуациях из их жизни и о тех аспектах, которые обычно не видны окружающим людям. Поведают о том, что у них накипело. Тут один яс. Тут один яс. Суто до историй. Каком с ним без двадцать? Секреты де де де. Да тебе здесь телефон ангер? Да, да, там здесь же ты лук руда, ну день Музыка карет с плача. Чине нумарате провокари. Здесь фактом фикаре Iubește viața. Duminică, de la 9:30 și la 21:00. Doar la TV8. Care acolo e? Мы вернулись в прямой эфир. Господин премьер-министр, вы сказали, что коррупция является одной из угроз безопасности. На прошлой неделе парламент утвердил концепцию стратегии национальной безопасности, и там коррупция – это первая угроза, и вторая угроза – это Российская Федерация названа. В этом контексте хочу вас спросить, как вам видится, отношений с Россией практически нет. Я смотрел экономическую статистику. Россия занимает только 3% внешней торговли. В этом году сократилось, по-моему, на 39%, если я не ошибаюсь. Но те же аграрии говорят, что надо восстанавливать отношения. Надо будет восстанавливать отношения с Россией. Каким образом в условиях, когда есть такая стратегия национальной безопасности? Стратегия национальной безопасности действительно определяет две основные проблемы, основные угрозы для нашей государственности. Это Кремль, это Россия, ее поведение, отношение Кремля к нашим соседям, отношение Кремля к нам, кстати, к Молдове. Они, например, когда даже вот недавно закрывали рынок для нашей продукции. С 4 декабря. Это же не было на основании чего-то объективного. Это только показывает, как Кремль просто не уважает Республику Молдова. Кремль не уважает наш народ. Кремль не уважает нашу продукцию. Они открывают рынки только тогда, когда им это выгодно, и только тогда, когда мы в ответ должны что-то сделать. Это неправильные отношения. Кроме того, Кремль и сейчас держит милитаризированные вооруженные силы в Молдове, даже если на протяжении более 30 лет Молдова говорит, что это неправильно, и вы должны забрать ваши войска отсюда. Также Кремль шантажировал нас, в том числе в прошлом, в 2021 и в 2022 году, энергетикой. Естественно, мы будем строить отношения с странами, которые нас уважают, со странами, которые уважают Республику Молдова. Я хочу вам отметить, что сейчас мы открыли рынок, самый большой и самый богатый рынок на планете, рынок Европейского Союза. И мы уже видим, как наши внешние коммерческие отношения вырастают в европейский 65%. И даже левобережье сейчас торгует больше, намного больше, больше 60% с Евросоюзом. Про Приднестровье мы поговорим еще. По поводу России.
Последняя новость, которую я читал перед началом эфира, что президент Владимир Путин подписал сегодня указ о приеме в гражданство Российской Федерации граждан Белоруссии, Казахстана и Молдовы. По упрощенной процедуре граждане Республики Казахстан и Молдова без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 и 4 федерального закона. То есть по упрощенной процедуре. Что это означает, для чего это? Я это вижу не как по-другому, как очередная попытка рекрутировать пушечное мясо для вот этой вот этого непонятной и брутальной войны Кремля против Украины. И я хочу предостеречь и хочу попросить граждан Республики Молдова не пойти на поводу вот этих упрощенных, так называемых. Ну, я так понимаю, что это касается граждан, которые уже проживают в России, которые находятся тем более, раз у них будет... У вас есть статистика, сколько сейчас граждан Молдовы остается в России с двойным гражданством, без двойного гражданства? Сейчас, вот после того, как возник этот конфликт, достаточно трудно, потому что некоторые наши граждане либо вернулись в Молдову, либо ушли в разные другие страны, либо постсоветского пространства, либо в Европейский Союз. Но думаю, что примерно 150-200 тысяч человек. 150-200 тысяч, я думал, меньше. Еще там есть. По поводу, вы упомянули вооружение и боеприпасов оперативной группы российских войск. Как вам видится, как можно добиться вывода вот этого вооружения и боеприпасов и российских войск? И я здесь не говорю о миротворцах, я говорю, вы понимаете, оперативная группа российских войск в ситуации, когда продолжается война в Украине. Я думаю, что эта проблема решится вместе с демилитаризацией Украины. Вот когда произойдет демилитаризация Украины, тогда произойдет и демилитаризация. Что означает демилитаризация Украины? Это означает, что Украина выиграет войну, и, соответственно, все российские войска и техника из Украины уедут. Покинут территорию Украины и, соответственно, территорию Приднестровья. Территорию Республики Молдова. Республики Молдова, Республики Приднестровского Молдова. Региона, да. Левобережье. На ваш взгляд, можно без участия России решить Приднестровскую проблему? Я думаю, что сейчас наиболее важным вопросом является обеспечение и выравнивание, или как равнение левобережья на нашу цель обеспечения безопасности и мира в Республике Молдова. И когда будут соответствующие условия, мы решим и, во-первых, проблему демилитаризации региона, я имею в виду левобережье, и дальнейшего развития левобережья, потому что там находятся наши граждане, и мы должны о них заботиться. Правительство одобрило, парламенту предстоит в ближайшее время денонсировать два соглашения о группах военных наблюдателей и миротворческих сил в рамках СНГ. И второй документ о временном порядке формирования военных наблюдателей и коллективных миротворческих сил в зонах конфликтов между государствами, а также непосредственно в государствах СНГ. Этот документ был подписан 4 августа 1992 года. Это через 2 недели после ввода миротворческих сил в Приднестровье. Что означает денонсация этих договоров? Потому что я так подозреваю, что пойдут спекуляции о том, что Молдова хочет вывести российские миротворческие силы из Республика Молдова достаточно транспарентна в этом смысле. И мы всегда говорим, что мы за то, и мы требуем, чтобы Российская Федерация вывела свои войска из Республики Молдова. Теперь вот эти... В рамках СНГ. В рамках СНГ они вообще не работают. И в большинстве случаев Россия либо не является их, не подписала еще или ратифицировала, или вообще их не соблюдает. То есть, когда мы говорим о выводе российских войск, что имеется в виду? Миротворческие силы, соглашение 21 июля 1992 года. Во-первых, те войска, которые являются нелегально
здесь в республике. Оперативная группа российских войск. Оперативная группа российских войск. Во-первых, это. Вы сказали, что с Приднестровьем сейчас задача стоит, чтобы обеспечить мир и безопасность. И я знаю, что, будучи советником президента по безопасности, в первые недели войны вы встречались с приднестровскими лидерами, чтобы... Потому что на самом деле войны не хочет никто на берегах Днестра. Ни на правом берегу Днестра, ни на левом берегу. Есть ли сейчас эти контакты? Каким видится сотрудничество? Что делается? Потому что 5 плюс 2 нету, 1 плюс 1 работает достаточно плохо формат. Тогда было очень важно, чтобы мы равняли левобережье на наши цели безопасности и мира. И, кстати, это было важно и для нас, и для Украины, и для всего региона. Поэтому я, как ответственное лицо, должен был обеспечить вот это равнение. Теперь у правительства есть свои механизмы. У нас есть вице-премьер, который ответственный за реинтеграцию страны. И, соответственно, он обеспечивает координацию институтов власти для того, чтобы продолжать решать проблемы наших граждан, которые живут в Левобережье. И, соответственно, уже сейчас постепенно интегрировать наших людей, а также Медведев, деловую среду. Деловую среду в экономику Республики Молдова. Правительство оказывается в довольно сложной ситуации в том, что касается Приднестровья. Потому что слева оппозиция критикует власти, что вы отказываетесь от Приднестровья, вы собираетесь идти в Европейский Союз без Приднестровья и так далее. Справа оппозиция также критикует власти за то, что вы слишком лояльно относитесь к Приднестровью, вы даете лицензию Молдавскому металлургическому заводу, они пользуются DCFT, они не платят налоги, они находятся в привилегированном отношении по сравнению с деловой средой на правом берегу Днестра. Как правительству действовать в этой ситуации лучше? Напоминаю, что у правительства есть ответственность перед всеми гражданами Республики Молдова, в том числе теми, которые живут на Левобережье. И правительство принимает те решения, которые являются в этом русле. Естественно, правительство также ответственно за то, чтобы действовать таким образом, чтобы мы обеспечили мир и безопасность у нас в Молдове и в регионе. Я хочу всем напомнить, что Левобережье уже на почти 70% интегрировано в Европейский Союз. И этот тренд только увеличивается. Они экспортируют больше, чем мы. В пропорции. Да, но они экспортируют в Европейский Союз, но мы, у нас и наибольший объем потребления внутри Республики Молдова, и у нас экспорт более диверсифицирован, чем на Левобережье. А кто главный бенефициар вот того, что Приднестровье экспортирует много в Европейский Союз? Бенефициар — это граждане Республики Молдова, которые живут на левом берегу Днестра, или компания «Шериф» и «Виктор Гуша»? Есть граждане Республики Молдова, которые работают на разных предприятиях в Левобережье. Еще я вам хочу сказать, что мы внесли плату за таможенное оформление. Сейчас идет налогообложение Демедю. По защите окружающей среды. Намного уменьшилось объем производства тех компаний, которые подконтрольны тем группам, о которых вы говорили. Так что мы принимаем решение для того, чтобы можно было медленно, но уверенно интегрировать наших людей, которые живут на Левобережье, и соответствующий бизнес в экономику
всей Республики Молдова. Но, с другой стороны, мы поддерживаем, стимулируем, но убиваем производство на правом берегу Днестра. Из-за вот этой ситуации, что в Приднестровье газ бесплатный и кирпич стоит в разы, в 10 раз, наверное, дешевле, у нас закрылось предприятие «Макон» по производству кирпича. Сейчас большие проблемы у Резинского цементного комбината, где французская компания акционер, потому что на стройках в Молдове все работают с цементом из рыбницы, который в разы дешевле. Как быть, как защитить свои производители? Да, я понимаю. Правительство на первом этапе помогло некоторым предприятиям для того, чтобы они остались конкурентоспособными. И сейчас разработало механизм для того, чтобы уравнивать ценообразование на правом берегу, в том числе, когда вот товар поступает с левого берега, для того, чтобы можно было обеспечить равные правила ведения на рынке. Дай бог, но пока будет вот это уравниваться цены, чтобы мы не остались без производства того же цемента, как остались без производства кирпича. Я уверен, что в новых условиях вот эти производства восстановятся. И еще один вопрос. Сейчас по статистике Приднестровье потребляет, я не помню, сколько тысяч сигарет на душу населения. Знающие специалисты говорят, что две компании из Приднестровья имеют лицензии от правительства Молдовы на импорт сигарет в режиме транзита, завозят их на левый берег Днестра и тут же отправляют дальше. А по документам они оставляются, и вот так рождается контрабанда. И там задействованы разные чиновники, в том числе и в Молдове, и в Румынии на границе, и так далее. Эти сигареты в конечном итоге попадают в Евросоюз. Я постоянно слежу за вот отчетами международных организаций и вот этих крупнейших игроков на рынке, как-то Филипп Моррис, British American Tobacco. И если смотришь на эти статистики, то мы видим, что вот этот тренд уменьшения. Кроме того, вот в последние два месяца активизировалась работа налоговиков, полиции и даже прокуратуры. И, соответственно, мы уже видим по оценкам вот этих международных компаний, что вот у нас тренд уменьшения использования контрабандных сигарет и на местном рынке, и на экспортном рынке. Ну, это я говорю о европейском рынке. Они мало остаются здесь, хотя тоже остается часть. Может, надо эти компании более строго, которые имеют лицензию? Некоторых их не нужно лицензировать просто-напросто. Еще хотел спросить вас. В этом контексте также наш телезритель спрашивает, есть ли у правительства Молдовы планы на случай, если в Украине ситуация сложится не в пользу Киева. Потому что у нас есть один вариант, Украина выиграет войну, Украина победит и создадутся предпосылки для реинтеграции. А если нет? У Республики Молдова, у правительства есть все необходимые, разработаны абсолютно все необходимые сценарии действия, вне зависимости от того, что случится. Но я уверен, что Россия уже проиграла эту войну. Каким образом? Мы уже видим, что очень долгое времени Украина имеет и потенциал, Украина имеет и мотивацию для того, чтобы эту войну выиграть. И я хочу отметить одну очень важную вещь. Конечно, у всех были очень завышенные ожидания от контрнаступления. Да. Но никто не заметил, что одним из самых важных результатов контрнаступления это то, что воздействие России на
Черном море намного меньше, чем до контрнаступления. То есть мы видим, что даже если трудно, но Украина добивается и необходимых... Экспорт зерна возобновился. И экспорт зерна возобновился, даже если Кремль не отказался от зерновой сделки. И я хочу привлечь внимание вот именно на этот очень важный момент. Также вопрос телезрителя. Господин Речан получил партийный билет ПАС или собирается вступить в партию? Вы активно участвовали в избирательной кампании на стороне ПАС, но вы остаетесь вне партии почему-то. Я вот очень тесно сотрудничаю с моими коллегами и в парламенте, и в районах, и в селах, со всеми коллегами ПАС. Но вот такой технический вопрос никогда не возникал. То есть это не принципиально? Так, вопросы еще. Какие у вас отношения с бывшими премьер-министрами? Я упомянул господина Стурзу. Почему-то вас всегда очень сильно критикует Влад Филат, хотя вы работали в его правительстве, у вас были хорошие отношения, но сейчас я чувствую, что он почему-то настроен против вас. Я не знаю, спросите его. А с другими премьер-министрами? Есть ли у вас экономический совет? Как принимаются решения? Есть экономический совет. И, естественно, мы там собираем тех людей, у которых есть достижения в области развития, в области экономики. И там мы обсуждаем те вопросы, которые необходимы для того, чтобы мы решили экономические проблемы страны, как открыть рынки, как открыть рынки капитала, как привлечь больше инвесторов, как, вот, например, недавно встречались вместе с Нацбанком и со всеми банками для того, чтобы обсудить макроэкономическую ситуацию, как мы можем выравнивать курс лей, для того, чтобы он был более ведущим к развитию экономики и экспорту. И вот таких людей мы собираем, естественно, и мы сейчас советуемся. Вы сейчас ответили на мой вопрос о Национальном банке. У вас есть сотрудничество нормальное с Национальным банком? Мы сотрудничаем со всеми институтами власти для того, чтобы... Это наша задача, сотрудничать со всеми институтами власти для того, чтобы обеспечить... развитие страны и благосостояние людей. Правительство следит за ситуацией в церкви? Может, пытается быть посредником в этом конфликте между митрополией Молдовы и митрополией Бессарабии? Я говорил, что государство отдельно от церкви. Церковь имеет очень важную роль в обществе, и наша задача как общество сейчас построить Европейский Союз в Республике Молдова. Еще вопрос телезрителя. Премьер-министр в настоящее время живет на свою зарплату или на доходы от бизнес-деятельности? Очень важно, чтобы каждый человек делал свою работу на своем рабочем месте. Я вот работаю вместе с моей командой для того, чтобы обеспечить, что политики в государстве продолжали внедряться, а самое главное — работать над благосостоянием людей. Спасибо, господин премьер-министр. Это все, что спасибо. Мы успели сегодня обсудить, хотя у меня вопросов еще много к вам. Спасибо телезрителям. Спасибо, уважаемые телезрители. Это была «Новая неделя» с Анатолием Голия. Я и премьер-министр поздравляем вас с Рождеством, которое будет в ближайшие выходные. По этой причине в понедельник «Новая неделя» не будет выходить. Но мы с вами увидимся в следующую среду, 27 декабря. Всего вам доброго.